Всем здорово, народ! Вы на канале Бублик Channel, и это мое второе приветствие уже. Первое записалось без звука. Хорошо, что я это заметил до того, что сейчас будет происходить. А что сейчас будет происходить? Об этом мы с вами поговорим чуточку позже. Сначала, ребят, овации. Я вышел из перманентного бана за читы. Мой шестой перманентный бан, и шестой раз меня разбанивают. Вот так вот. Ну, как бы, ребят, думаю, тут уже нужно поставить лайк и подписаться. Всем, кто радовались, в очередной раз обосрались. Ну, а... я решил, что мое возвращение на провинцию нужно отпраздновать чем? Правильно, погоней. Погоней, которая будет очень лютая, но перед этим обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, по ссылочке в описании скачивайте проект, регистрируйтесь, заходите и начинайте развиваться вместе со мной. Ну а с чем будет связана погоня? Такой ролик я уже снимал на X5 белом, когда вся провинция сервера, абсолютно вся, полиция или провинция, я сказал, полиция сервера, собирается и начинает устраивать рейды. И в этот раз рейд, как вы понимаете, будет на меня, потому что у меня есть розыск, и в очередной раз будет жесткая погоня. Это мой второй аккаунт, потому что мой основной аккаунт находится сейчас на капитане полиции. А, как вы понимаете, капитан полиции не может устраивать погони, и мне пришлось зайти на второй. На втором у меня всего три автомобиля. Это четырка, которая участвовала в соревновании против Priory Toki. Это вот этот вот Mercedes, волчок, который мне подарил подписчик очень-очень давно. И Зазик, на который я вложил в районе 800 тысяч, без шуток. Там вообще жесть, что за САС. Поэтому я его здесь храню. Ну и мои номера, Non 157, кто помнит, из ролика двухгодичной давности выходил такой ролик, где используете номера, 2 года прошло, жесть какая-то. Вот, и ВАЗ-2114 в номерах ХУР 3 однерки, просто эти номера мне, по-моему, тоже подарили, и они у меня здесь висят на четырке. Короче, думаю, контент будет очень хороший. Надеюсь на ваш фидбэк в комментариях, в лайках, в подписках. Ну а на этом мы потихонечку будем переходить к ролику. Всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра, ну а мы начинаем. Кажется, нужно ники включить. Так, здравствуйте, Франк. Започинился, Тёма, починился. Ну, слушайте, я на волчке и... ой, вот это красиво было. Я на волчке и чувствую, это будет очень-очень больно мне. Как вкусно, погоня только началась, меня уже подрезают. Сколько тут патрулек? Раз, два, три, четыре, пять, да? Вышел Тёма погулять. Не таран, а спецманёвр. Да, да. X5, чё творит? У меня уже бело-чёрный дым. Они меня уже почти втоталили. Лола, как уезжать от них? А можно? Останавливай! Да можно не та... можно не таранить? Можно. Спасибо. В данной ситуации проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что брать волчок в такую ситуацию, это очень глупо. Теперь вы видите почему. Мне нужно было взять нормальную машину. Короче, как вы помните, ребята, прошлую такую погоню мне помогал, да вообще в целом не помогал, а полностью организовывал Николас Пирогов. Ну, как вы понимаете, и это не исключение. Данная погоня тоже сделана при помощи Николаса Пирогова. То есть меня должны догонять, я должен угонять. Никакой постановы в этом плане нет, то есть полная импровизация в погонях. Сама суть только в том, что за мной будут ехать. Только в этом есть договоренность, чтобы не искать, не провоцировать никого. Ребята сразу изначально, точнее даже прокатки какой нет, розыск есть. Вот, они за мной едут. Как вы понимаете, первое я закончу довольно-таки быстро. И сейчас, оплатив все штрафы за все свои нарушения, мне дали машинку побыстрее, S8, чтобы у меня были шансы, потому что, опять же, на этом аккаунте у меня нету тачек. Вот, и теперь мы будем на S8 угонять. Это будет теперь, я думаю, и поэпичнее, и поинтереснее, и повеселее, короче, все, что только можно. И на нашу радость у нас уже утро. И вот уже приехали первые ребята, а я тут заправляюсь. Дайте заправиться. Стоят, ждут. Какие любезные. Он вышел, он направит оружие, поэтому я сразу тапочку в пол даю. Он вышел, он направит оружие. Моя задача уезжать. Все. Ну, блин, слушайте, я 100 лет на S8 не ездила. Вот еще такая в таком классном тюнинге. Выезжаем из города, ну и всех в шопу. Как же они меня в первой погоне уничтожили, это просто... там немыслимое количество тарана, конечно, было. Почему? Наверное, их много просто, и они какую-то скорость почувствовали. Но теперь-то у меня тачка побыстрее, не X5, конечно, но тоже ничего такая. Так, пепосы приехали. Две патрульки меня догнали. Ну, как догнали, я сам в Приму приехал, по сути. Две патрульки есть. Две патрульки это ни о чем. Вот там было 6 патрулек, 5-6. Вот это было интересно и очень весело. Да. Вертолет прилетел. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ вертолет. Я очень рад вас видеть. Понял, по встречке. Не направо. Ой, немного не сюда.
Немножечко прикалываемся. Так, ну ладно. Но их уже становится, их уже трое. Это уже посерьезнее. Трое, три, три и пятый. Четвертая вон едет сзади. Не знаю, за мной, не за мной. Четыре и пятых, понял. Четыре и пять в 90 за одной из восьмой. Красиво на столб намотался. Да, это теперь тоже за мной будет. Капец, они так все жестко врезаются друг в друга. Спасибо. Хуже будет. Не будет. X5 перевернули. Победим X5. Как надо, чтобы в коробочку не взяли, их так много. По-моему, X5, да. Все, X5. Понял. Хорошо, продолжаем. А, военные приехали. Классно, классно. Классно, да, военные приехали. Два X5 и Ешка еще. Вояки подключились. Все хорошо. Ну, слушайте, пока что уверенность в том, что я уйду, она не то чтобы есть, но она как бы есть, но я прям чувствую, как она прям тает. Это, знаете, это уверенность. С каждой новой патрулькой процент моей уверенности, он снижается так понемножечку. Поэтому нужно быть очень осторожным. Нужно, главное, гражданских никого не понять. Правильно, туда его, туда его. О! О, это свой. А, он из Невы, потому что это капитан из Невы. Притормозим, чтобы не подрезал. Теперь обгоним, потому что он тоже притормозил. Теперь уходим налево. Так, ну, за нами... Одна М5 взорвалась. Причем рядом со мной она вообще никак не ехала. Но каким-то образом я от нее избавился. Так это кажется, так что все нормально. Улетел. Слушайте, ну у меня белый дым, мне это вообще не устраивает. Надо прятаться. Я в прошлый раз не ушел от погони, не ушел чисто по своей глупости. Ой. Ты же не за мной? Нет, ты не за мной. Не ушел я чисто по своей глупости, потому что разложился на X5. Вот, но по факту там просто один уезд в поля и все. Но сейчас я не вижу смысла, чтобы они меня находили. У меня белый дым. Это очень опасно. Одна на хвосте! Капитан, ой, как я его обманул, красиво, красиво обманул, красиво обманул, вот это я обманщик, он стреляет, кстати. Ну вот еще одна причина, по которой мне нельзя останавливаться. То есть, если они меня найдут, они меня расстреляют. Поэтому, что мы делаем? Правильно, мы уходим от погони, все, я еду прятаться. Единственное место, в котором я на 100% уверен, это место на ЖБК. Так, я заехал, и вот сюда можно красивенько так задом загнать. Ну, белый дым, ребят, это очень опасно, это очень опасно. Короче, я что хочу сказать. По сути, я ушел, я сейчас машину бросаю, убегаю наверх, и меня никто не находит. Все, то есть от погони я ушел, это 100%. Но, чтобы контент получился интересным, мы отсюда выйдем. И будем кататься до момента, пока они меня не поймают. Думаю, так будет правильнее. Чить по шину я не буду, потому что формально по ситуации еще не закончено. Потому что 3 минуты не прошло. Поехали. Поехали, ребята. Надо доделать дело до конца. Посмотрим, сколько я смогу продержаться на С8 с белым дымом. Так, все, первую нашел. Фловую. М5. Да-да-да, надо там что-то принять крайнее правое положение, остановиться. Но это нам не интересно. У нас погоня. О, теперь дорогу перекрывают. Как вкусно. Я сам себя убиваю. Вот реально, сам себя. Не показал, что семерку навинили. Сам себя убиваю. Вертолет прилетел. Если я не буду наматываться вот так на столбы по-тупому. Ну как по-тупому? Я уходил от столкновения. На! Они тоже сами себя аннигилируют. Тут вообще как бы происходит деинсталляция полиции какая-то. Капец, что за камикадзе там был? Как хорошо, что я тут на полной скорости не летел. Слушайте, давайте посмотрим, влетят ли менты. Я вот так сейчас встану. Он меня увидел? Он меня не увидел! Они... А вот те сзади стоят. Те, наверное, увидели. Едут сюда. Но те сейчас медленно едут. Надо втопить. Они меня спалили, я думаю. Нет, они назад сдали. А они что делают? Вояка меня не увидел. Понял. Слушайте, здесь очень интересное место для погонь, потому что очень узкая дорога, и тут просто на скилл. А-а-а! Да? Так можно было, что ли? Просто по рельсам на М5. Вот это ты, конечно, молодец. Как тебе повезло, что у меня таймштампа нет. Сейчас бы с тобой быстро расправились. Просто по рельсам такой, а чё нет, почему бы как бы, а чё такого?
А, этим тоже можно, да? Я, господи, я по тротуару проеду, чуваки, вы чё, блин, на, нахер? Он опять по рельсам проехал. Им вообще срать на рельсы, с каких пор срать на рельсы? Нет, на X5 можно, так это же не X5, это M5. Капец. Э, летят за мной что-то. Вообще насрать, они там такие планы перехваты делают. Не, назад. Все, проехали. Они еще и поврезались там, небось. Все хорошо. Они сами себе мешают из-за того, что их так много. Просто мешают сами себе. Их, ну, один мне ставит перекрытие, я его проезжаю, он хочет меня, ну, преградить мне в момент, как я проезжаю, но мне он не успевает преградить. В итоге он переграждает дорогу тому, кто едет сзади меня. А сзади меня едут менты. И начинается жесткая авария. Так, ладно. Этот до сих пор стоит здесь, чилит. Оп, не попал. Оп, не попал. Да. Да едь как-нибудь, блин, не посередине дороги. Так, ну назад ехать не вариант. У меня черно-белый дым. Это, ну, одно ДТП. На такой скорости это одно ДТП. Поэтому надо быть очень осторожным. Так, они там разобрались с своими делами. Тут какая-то была авария, по-моему. Понял. С8. А, он разложился. И взорвался. Что происходит? Что происходит? Где все? Вертолет упал. Вертолет упал и взлететь не может из-за того, что лопастями бьется. Смотрите, ты толкают его. Я ору. О, моновца сбили. Все, ну, уже новая партия подъехала. Чуть золотой X5 не врезался. Ремонт был бы дорогим, я думаю. Мне направо. Ой-ой-ой-ой-ой, как я его успел размансить и в итоге по пингу снес. Лучше по пингу, чем если бы я просто в него врезался. Широн стоит. Чего так широнов много? Я уже второй широн за сегодня вижу. А может это тот же просто перекрашенный? Да не, вряд ли. Второй, скорее всего. Так, ну она может стрелять. Если догонит, конечно. Если не догонит, то не может. Две патрулики едут. Ешка, по-моему, это ДПСовская, да? И М5. И вояки. Так, газ отпускаем, чтобы не подлететь. Все нормально. Не назад. Раз уж шанс появился. Да, Ешка полет ДПСовская. Да-да-да, сноси ее, сноси. Че она за мной едет? О, и вояки. Вояки, по-моему, не ко мне, у них какая-то своя атмосфера. Ну, я в целом думаю, что... Ну, блин, давайте вот сейчас. Вот сейчас, если я ухожу, потому что я уже устал с ними кататься. Если я сейчас ухожу, блин, это Валерия, она прям на хвосте держится. Не стреляй только, пожалуйста. Вон она выехала. Я надеюсь, она меня не догонит. Мне кажется, если она... Вертолет опять что-то... Если она меня догонит, мне кажется, она будет очень злая. Блять. Убегаем. И приехали всей толпой! Вы посмотрите на карту! О. Стой, стрелять будешь. Не будешь. Какой я. Будем. Не будешь. Не будешь. Я столько угонял. О, вертолет. Стрелять будем. Не будете. Тут решетка. Куда стрелять? От... Я здесь еще не убегал. Да что встал? Я здесь еще от ментов не убегал. Капец, как их много. Перепрыгни. Хорош. Так, один еще слева бежит. Вот это плохо. А, ну там какой-то вояка, у него тазера не будет, поэтому можно прыгать. Бояться нужно ОМОНовцев, у них тазер есть. Так, эти слева подъехали, уходим в гору. Они машины побросали и все пешком теперь бегут. А я как раз в гору убегаю. То есть тут X5 нужен, помогите. Помогите, по мне нельзя стрелять, не убивайте, пожалуйста. А вот и машина едет. Ну все, жопа. А, это вертолет. А вон и машина едет. Да-да, лопастями заруби меня, чё ты. Топлю, 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 топлю.
Топлю! Не чувствую, не чувствую! Хорош, хорош! Бегу, 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 бегу! Там вода? Там вода. Плохо дело. Убегаем. Так, X5 с той стороны. Продолжаем. Продолжаем пешую погоню. Все хорошо, все хорошо. Вообще шансов нет. Ну, суть в том, что шансов убежать нету. Я просто бегу, пока могу. А так, они уже раз в 7 точно, но попали мне тазером, но это... если что, я двумя руками бегу. Одной нажимаю, второй клацаю. Поэтому я не могу назад смотреть. Вертолет. Они вообще срать, да, что они делают на своих вертолетах? Пизда мне. Если я сейчас не успею перепрыгнуть, а я, скорее всего, не успею перепрыгнуть. Давай! Ты успел! Нет. Нет! Нет! Вставай, беги! Вставай, беги! Вставай, беги! Вставай, беги! Чёрт! Я столько убегал, но шанса все равно не было, но все равно обидно. Сейчас меня ребята будут наказывать очень жестко, сажать, штрафы выписывать и тому прочее. Еще я накатал, наверное, кучу. А, я не могу посмотреть, сколько штраф я накатал. На этом я буду заканчивать ролик, ребят. Надеюсь, он вам понравился. Если вы хотите продолжение таких погоней, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите об этом в комментариях. Спасибо Николасу в очередной раз, что позвал меня на такую тему, на ОРМ, как это называется. Всем до встречи, ребята, всем удачи, всем пока-пока. Ну, а я на вертолете полечу в тюрьму.